не мы сами придумали, это жители нам говорят, мамы, которые здесь гуляют с детьми. Высоко падает ребенок. Вот, видно, что он не поставлен полностью на землю. Причем это не единственный момент, да, то есть мы придираемся. Здесь ребенку вообще достаточно высоко лететь. Да, то есть, опять же, да, по идее, по всем законам жанра, вот эта часть, она должна лежать на земле. Так, если безопасно было, хорошо. Плюс, что обратили особое внимание жители, детской площадки. Да, соответственно, дети гуляют после школы, садика, рано сейчас. Здесь нет никакого освещения. То есть гулять здесь после того, как зашло солнце, в принципе, невозможно. Особенно учитывая вот эти перепады давления. Вот сейчас ребенок скатится и спрыгнет, да, если ребенок чуть-чуть поменьше, вот, вечером гулять невозможно, сюда ходить совершенно в другом смысле. Да. Хотя бы один, два, три фонаря. Какое-то освещение здесь должно быть, как выразиться. Но можем вечером сегодня проект. Здесь есть некий фонарь, который установлен вот здесь прямо посередине. Видно, что там установлено какое-то такое оборудование, но, по словам жителей, здесь все вечером не работает. Но если вы упоминаете разговоры с родителями, вспоминали они какие-нибудь травмы? Может быть, уже кто-то неудачно приземлялся? Ну, те родители, с которыми мы общались, они не доводили до этих травм, потому что они не давали детям своим скатиться. Потому что для маленького ребенка, у меня у самого дети, да, там, если не вдруг там спокойно летать в этот город, причем она же, да, в отличие от многих городов, которые в Москве строят, с поворотами, за счет чего замедляется скорость, а здесь она фактически наклонная, то есть скорость будет очень большая, а зимой представить, что здесь будет происходить, учитывая то, что покрытие здесь явно вряд ли чистится, да, здесь становится всего снег и наледь, вот, то это будет просто прямое попадание, дай бог, в сугроб, не дай бог, в лед. Ну а есть же какие-то стандарты, допустим, то, что эта поверхность должна на сколько сантиметров максимально отнимать? Ну, здесь видны даже технологические стандарты, что вот здесь есть синие основания, вот эти синие основания должны быть полностью глубиной земли. Ну, прям по всем каналам и планам, здесь понятно, что они должны быть сделаны. Ну, а вам не удавалось как-то связаться с тем, кто это все устанавливает, почему они допустили такие ошибки? Нет, пока нет, это будет у нас отдельное обращение, соответственно, в главе Вишневского района, да, с просьбой обратить внимание на площадку, если, соответственно, есть такая возможность максимально оперативно доделать все недочеты.